Привет, народ. Распакуем очередную посылку с Алика. Все как обычно хорошо. Недолго ехала. Уже отправитель кричит мне: доставка приехала, отзовитесь. Поэтому нужно распечатать ее и посмотреть, все ли хорошо с ними. Значит, бренд не написан на лицевой стороне. Это часы. Дальше видео, я вам все расскажу, покажу за цену, за модель. Ой, вот так вот все выпало. Вот такие вот круглые часики. Такой вот пленочкой. Убираем ее. Пробуем запустить. Если они не севшие, то они включатся. Да. Интересно выглядит циферблат. Будем с этим совсем сейчас разбираться, что у нас в комплекте идет. Зарядная станция, достаточно удобная. Ну и инструкция. QR-код для скачивания приложения. Китайский, английский язык. Давайте разбираться в них по порядку. Итак, часы под названием Лиги. Модель на коробке и на сайте мне так и не удалось найти. Кто знает, что за модель, напишите, пожалуйста. Часы я взял за $22. Что вполне недорого. Где брал, ссылка будет под видео. Часы работают с приложением JU Pro. Само приложение неплохое. Все необходимое в нем есть. Работает без люков. Все понятно и без заморочек. Часы работают с Android 5.0 и выше. И iOS 9.0 и выше. Bluetooth 4.0. Размер экрана 1,3 с разрешением 240 на 240 точек, аккумулятор на 220 мА. Часы проработают 5-7 дней. Если пользоваться только как часы, то и больше проработают. В приложении можно выбрать один из 30 экранов и установить любой из них. Есть также 5 заводских циферблатов. Но самая прикольная фишка, что на заставку можно установить любое фото из вашей галереи смартфона. В часах есть защита от воды IP67, есть отображение погоды, управление плеером телефона, секундомер, шагомер, пульсометр, 6 режимов спорта. Есть возможность измерить артериальное давление и уровень кислорода в крови. Для замера кислорода в крови необходимо на часах включить датчик измерения кровяного давления, измерить его, а затем зайти в приложение и вместе с давлением рядом будут показания кислорода. Как-то странно и не очень удобно. На часах отображаются входящие звонки, но поговорить по ним нельзя. Также дублируются сообщения на часы, которые можно без проблем прочитать. Но сама вибрация при уведомлениях очень слабая. Также не хватает яркости экрана. На солнце будет видно плоховато. По крайней мере, на любом из Xiaomi часах пол яркости экрана даже будет видно лучше намного. В целом за $22 неплохо работают. Да, и чуть не забыл. На правильность замеров артериального давления не рассчитывайте даже. Брать или нет, решать вам, конечно. Всем добра и до следующих обзоров.